меня сегодня проверка у нас этих ноутбуков, которые привез в прошлый раз. Один стоит у меня дома, значит, от Тера. Он, короче, он рабочий. Вот, в нем не было фестплаты, жесткого диска я его поставил. Кое-что изменил в биосе, там, короче, кое-что поменял. Ну и он начал, короче, грузиться. Правда, уже два раза мне, значит, вышибал загрузку Windows. Вот, ну, не знаю, что из этого получится, но думаю, что получится. Вот, значит, еще у него одна проблема, почему-то он не угадывает батарею. Вот, ну, возможно, батарею нужно поменять, либо еще в нем полазить, посмотреть в настройках в биосе, что там может быть не так. Вот, ну, в общем, тем не менее, он грузится сейчас в данный момент снова. Ну, в общем, рабочий, просто с ним нужно немножко позаниматься. Вот второй, значит, из них. Это у нас Acer. Вот, и он, значит, тоже сейчас в процессе загрузки. Я на него пытаюсь поставить семерку. Вот, третий ноутбук. Третий у нас идет HP. Он стоит сейчас внизу. Он не включен. Вот, и... Ну, давай. Я его уже включал, но у него, короче, походу, что-то с график-картой, с видеокартой, потому что, ну, я покажу, что он показывает нам. Вот. Что-то у него не так. Вот. Ну, здесь давай уже, давай, что-то крутится, там какая-то фигня. Или я неправильно нажал, может быть, да. Может быть, я неправильно нажал. Ну, сейчас он выдаст что-либо, потом переделаем. Вот. Ну что, другой компьютер, который у нас стоит, работает сейчас в данный момент. Сейчас я покажу вам. Вот этот Medion. Вот. Все, я уже довел до ума. Вот, он рабочий, все нормально, все у него замечательно. Вот его картинка, вот его даты стоят. Значит, у него, я все-таки ошибался, у него процессор стоит не Intel Core Dry, а стоит у него AMD 2,6 ГГц. Ну и Arbeitsspeicher у него 4 ГБ, ну и там все видно, да, написано все. Вот такая фигня. Вот, можно его уже на базар поставить. Вот, ставлю назад эту штуку, камеру свою. Вот здесь что-то у нас зависло. Ну, пока зависло. Короче, хочу еще там это самое прокомментировать кое-что. У меня там Рамс организовался в этих, в комментариях. Один там клоун, короче, мне клоун с ником каким-то бла-бла там КГБ, блин, короче, решил там поумничать, ну и написал там мне, там, типа, ты там доведи хоть одну вещь до ума, там, типа, не позорь там имя Николы Тесла, ну, короче, ну, умничать начал. Вот, я ему так немножко жестко ответил, вот, и так. Понятно. Сейчас мы это все вот так сделаем назад. Вот. И поставим по-другому. Короче, я ему немножко жестко ответил. Ну и в ответ я получил такие слова. Я вообще офигел. Типа, фраерок, следи за базаром. Или тебя давно перышком по фене не щекотали. Ты хоть сам понял, что ты написал? Блин, я в шоке, блин.
короче, впечатление, знаете, человек блатных хуев наглотался, блин. По фене перышко мне щекотать. Ты знаешь, что такое феня вообще? Что ты там пишешь, блин? Блатота диванная. Короче, вот такая вот фигня. Вот. Ну, в общем, смешно. Просто. Вот. Я, может быть, что-то не понимаю в компьютерах, но, извините меня, в блатной фене я понимаю, наверное, больше. Поэтому лучше не надо. Вот. Хочу заметить, умники вот такие вот, да, там, ну, если вам что-то не нравится, перейдите на другой канал, смотрите то, что вам нравится. Чего вы умничаете? Короче, вот такие дела. Ладно, оставим. Не будем сильно вдаваться в подробности. Вот. Перейдем непосредственно к тому, что было. Хочу еще, значит, показать вот этот. Вот этот фотик. Вот этот фотик я пробил его в интернете. Вот. Оказался он, ну, скажем так, неплохой. Неплохой, потому что его есть реальный шанс его продать. Есть такой, что-то я, блядь, уже по-русски начал заговариваться. Короче, есть реальный шанс продать такой фотик, ну, где-то за полтос. Вот. Поэтому, причем даже, скажу так, от полтоса до сотни. Вот, ну, как повезет. Поэтому тоже можно считать эту находку за неплохую. Вот. Я уже неоднократно находил такие. И вот эта модель, она такая, скажем так, более-менее хорошая. Вот. Сейчас я его уже сфотографировал. Ну и поставлю его на базар. Вот так вот. Значит, перейдем к следующей находке. Следующая находка у нас еще одна появилась. Это у нас, сейчас я достану и покажу немножко. Просто покажу, не будем его проверять, я уже проверял. Ну, вот такая вот кофемашина. Она вся в комплекте, тут все есть. То есть здесь сейчас кое-какие детали вытащены. Они вот там остались в сумке, но, тем не менее, они есть. Вот, и я его включал. Ее я включал. Она мне показывает, что, короче, она показывает какой-то фейлер, ну, ошибку в программе. В ее. Все механические запчасти, которые стоят там, вот этот, как его называют, завариватель кофе, или как он там называется, внутри стоит, короче. Вот, он рабочий, он все функционирует нормально, короче, но вот ошибку электрическую она какую-то выдает. Вот, я, значит, пытался. Пытался, не пытался, а перемыкал все датчики, все как эти сенсоры, которые у него стоят, ну, без этих деталей. Значит, то есть она тоже мельдует этот феллер, ошибку выдает. Ну, короче, электрический какой-то у него дефект. Вот. Ну. Короче, стоит она уже в eBay, продается. Кстати, в первый день она уже набрала 30 евро. Ну, в общем, продастся она по-любому уже. Вот, а у нас тут как раз пошло дальше все. Вот, значит. Бенутца Финит Энфент. Что нам нужно нажать? Пока мы взяли цу Эштельн Дефози Фофан. Вот эту нажмем.
это у нас неправильно. Инсталлируем снова. Вот. Ну вот так вот, блин. Снова придется ему стартануть. По новой. Ну, не все сразу получается. Ну что, насчет находок, пока у нас ничего другого нету. Я пока закончу это видео. Мы продолжим еще сейчас. Вот, просто чтобы не затягивать время, нажму на кнопку пауза. Ну что, вот он, собственно, этот HP. Сейчас мы его включим. Я покажу. Значит, вот такая вот байда с ним происходит. Вот. Моргает, мигает. Вроде бы дисплей нормальный. Вот, но у него вот такой происходит. Вот такая жопа. Вот. Я не знаю, что это. Не имею понятия. Поэтому ничего не могу сказать. Но мне кажется, что это поломана у него видеокарта. Я так думаю. Ну, возможно, у вас будут варианты другие. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите. Вот. Что, у нас здесь даже жесткий диск стоит. Жесткий диск даже стоит у нас. И жесткий диск у нас на... Сейчас скажу. Не вижу, где написано здесь. 250 гигабайт. Кстати, значит, хочу этот компьютер, значит, если у него проблема с график-картой, значит, сразу хочу сказать, что ремонтировать его я не могу, да и нет смысла, потому что ну, не та эта модель, за которую нужно хвататься и ремонтировать ее. Если бы он работал, это было бы неплохо, можно было бы его еще продать, ну а ремонтировать такой компьютер просто невыгодно. Нету резона, смысла нет. Вот. А в данный момент у нас вот с этим компьютером организовалась проблемка. Я на него сейчас пытался поставить Windows 7, но он почему-то не видит у меня жесткий диск. Поэтому мы его сейчас выключим. Вот он уже сам выключился. Я поменяю жесткий диск тут. Не знаю, почему он его не видит. Ну, попробуем поставить ему другой. Так, здесь, по-моему, надо будет переставлять вот эту штуковину. Сейчас мы быстро рамочку выкрутим. Поставим другую рамочку. Короче, рамочек у меня уже насобиралось тут. Блин, целая коллекция. Я их всегда оставляю. Думаю, что пригодится. И так они у меня и собираются кучей. Вот. Ну, когда-нибудь опять снова соберу все и выкину. Значит, что, ну, переключать я пока не буду. Конкретно просто так вставлю вместе с рамкой. Вот. Ну и закрою крышечкой на всякий случай. Здесь тоже пока не буду закреплять все. И попробуем его снова включить. Что он нам скажет теперь? Вот так вот его.
Ну, это мы уже слышали, давай дальше. Вот, а здесь он хочет Windows XP профессионал стартануть. А нам не надо это стартовать вообще-то. Мы хотим здесь иметь Windows 7. Ну нет, конечно же, он не стартует. Поэтому сейчас мы выходим вот сюда. Вот так вот. И так, как у нас здесь ZX, вот так вот, и STF-10, ну вот так, попробуем сюда стартануть. Ну, здесь, по крайней мере, уже читает он график. Жесткий диск, раз хочет выдать Windows, значит, я думаю, что все получается здесь. Вот, ну, посмотрим сейчас. Да. С этим, я думаю, все у нас получится. Вот. Ну а тот компьютерик, который у нас лежит здесь. Ну, жесткий диск мы уже с него взяли. Посмотрим, что у него здесь стоит. В Arbeitsspeicher. Ну, 2 по 1 гигабайт у него стоит, 2 гигабайта. Я их сразу вытащу, потому что этот ноутбук, скорее всего, у нас пойдет просто на запчасти. А запчасти какие здесь могут понадобиться еще? Я думаю, вряд ли мне понадобится что-то с биоса. А может быть, когда-нибудь понадобится либо клавиатура, либо что-то из других запчастей, либо дисплей. Вот, поэтому я его выключаю. И ложу в сторону. Там, где у нас лежат все ноутбуки для запчастей. Ну, а тут процесс пока продолжается. Сейчас посмотрим. Вот, ну я думаю, что теперь получится. А что вот с этой, с этим жестким диском, интересно мне, почему он не читается? Почему он, компьютер его не видит? Ничего не болтыхается здесь. Вроде бы все нормально. Ну ладно. Посмотрим. Проверим на другом. Может быть, что-то получится с ним. Ну давай, значит, я нажму опять немножко паузу, чтобы не затягивать видео. Кстати, еще хотел показать одну вещь. То радио, которое я привез. Вот, я говорил, что кода к нему нет. Но я нашел в коробочке вот такую наклейку. Это как раз от нее. Это как раз номер, серию, номер радио и его код. Так что радио такое можно еще и загнать. Вот. Это не современное радио, но люди, которые занимаются машинами, вот этими олдтаймер 70-го года, 80-го года выпуска, они хотят иметь оригинальное что-то. Вот как раз эта вещь для них. Поэтому можно считать эту находку тоже неплохой. Ну, я думаю, что многое за него не возьму, но тем не менее посмотрим. Вот. Ну, а в данный момент, смотрите, значит, у нас
угадал компьютер эту, как ее, блин, жесткий диск, угадал его, и теперь пошел процесс загрузки Windows. Нормально теперь идет все. Вот, я думаю, что все это закончится тоже нормально. Ну что, вот он, Windows, короче, загружен. Вот, Windows 7 AM Premium. Вот, единственное, значит, это версия, это как копия идет, но она, значит, как бы там написано, что дается несколько дней для того, чтобы загрузить на него, короче, пароль, и тогда это, ну, натуральный, короче, настоящий лицензионный Windows будет. Вот. Ну, такая версия. На диске, на тоже оригинальный диск, все нормально, короче. Вот такая фигня. Вот, значит, что сейчас он нам все приготовит. Мне останется, значит, только вставить батарею. Вот. Ну, закрутить крышки. Все. Значит, закончить. И на этом, значит, будет с ним работа закончена. Вот. Можно его тоже на базар отнести. Короче, что? Я заканчиваю сегодня. Вот. У нас еще есть кое-что на завтра. Сегодня уже поздно. Время позднее. Не буду больше сегодня ничего делать. Вот. Ну что, подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите. Пишите комментарии. И всем удачи, как всегда.